В Одинцовском городском округе стартует сбор фотографий для размещения на Аллее славы всероссийской акции «Бессмертный полк». Рассказать историю своих близких участников Великой Отечественной войны можно, не выходя из дома. Для этого необходимо прислать фотографию и историю защитника Родины на почту проекта. Все материалы публикуются на странице «Бессмертный полк» Одинцовского городского округа в Instagram. Отметим, что фотография должна быть одна в формате JPEG и хорошего качества. В названии файла или в тексте письма укажите фамилию, имя и отчество героя, звание, годы жизни, краткую биографию и сведения о том, где он воевал. Ограничений по времени проведения акции нет.